Для Ивана Хватова это не первое ответственное выступление. Он 7 лет учится в московском кадетском корпусе и ровно столько же играет в ансамбле барабанщиков. За эти годы коллектив успел объехать сотни площадок и завоевать любовь зрителей. Военная дисциплина и молодой азарт позволяют музыкантам дарить людям невероятный драйв. Уже слишком много, на мой взгляд, милитаризированных ансамблей. Вот. И, на мой взгляд, надо расширять вот, область действия. Вот. И мы творческий образ свой нашли, такой, что можем и такие игровые номера делать. То есть не только военизированные. Будет побольше движений. Не будет никакой скованности. Вот. Будем заводить толпу. Сегодня ударные набирают все большую популярность, а конкурс «Парад ударных инструментов» дарит возможность молодым дарованиям заявить о себе. 7 лет назад, когда только создавался фестиваль, никто и не мог подумать, что спустя время он станет международным и будет собирать вокруг себя сотни человек. В этом году его участниками стали более 300 музыкантов из разных городов России и зарубежья. Мы надеемся, что география конкурса будет расширяться, и, естественно, к нам будут вливаться новые молодые дарования. А от этого конкурса мы ждем побед и какого-то трамплина. Это очередная площадка для молодых исполнителей, чтобы показать свое мастерство. Благодаря параду ударных инструментов славится и Видновский край, который уже имеет звание одной из спортивных столиц Подмосковья и обещает стать музыкальным центром региона, по крайней мере, среди ударников. Такие события очень важны, прежде всего для горожан, для жителей района, потому что всегда приятно жить в каком-то месте, которое чем-то выдающееся, чем-то прославлено. Это сегодня такой как раз день, когда вон горожане пришли, любуются. А может быть завтра вот эти дети маленькие придут и будут заниматься. Это все ради будущего. Конечно, шокирует. Первый раз с таким встретились. Вот ребенок плачет, говорит, хочу тоже выступать. Я говорю, барабаны не дают, а они поделятся. Он тоже понравилось очень. Почти все участники барабанных ансамблей конкурса «Парад ударных инструментов» в мир музыки окунулись еще в детстве и по сей день не представляют жизни без ударных. Участвуем во всеразличных конкурсах. Ежегодно участвуем в Московском военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» на Красной площади. И всеразличные конкурсы, которые нам предлагают, во всех принимаем участие. Парад маршевых ансамблей – лишь один из этапов фестиваля, который на Видновской земле проходит несколько дней. Но, пожалуй, самый яркий и шумный. Однако шум этот настолько мелодичный и восприимчивый для слуха, что даже не будет спящих в колясках детей. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.